Всем привет! Вы смотрите видео на канале Бомбарбия ТВ, и в этом видео у нас честный обзор отеля Iberostar Varadero 4 звезды. В честном обзоре нам поможет наш топовый эксперт Алла Глыва, агентство «Горящий путёвок Турбар», который говорит, что я как-то не так, наверное, назвала название отеля. Нет, здравствуйте, назвала ты гостиницу правильно, но это не 4 звезды, это 5 звезд, причем одна из топовых, она лидирует по отзывам на первых ступенях, стоит и Top Hotels, и в TripAdvisor, и в Booking по рейтингу, поэтому это 5 звезд и одна из лучших, которая есть на Varadero. Вот смотри, я вот только что ее загуглила, потому что вот я не ошиблась, мы минутку делим этому вопросу, Iberostar Varadero TripAdvisor 4 звезды, Iberostar Varadero Top Hotels 5 звезд, почему это так? Это пятерка, не знаю, почему так, это железная, я поняла, это железная пятизвездочная гостиница, причем очень ее любят, и знаешь, как правило, есть у каждого отеля своя целевая аудитория, но именно этот отель, как бы это странно ни звучало, он подходит и для семейного отдыха с детьми, и для компаний, для молодежи, для пар. Почему? Потому что территория отеля достаточно комфортная, не огромная, не маленькая. Состоит она из, по-моему, 10 или там чуть больше трехэтажных корпусов. Вот, видно, она очень зеленая. Выполнена в светлых тонах, как это видно. Фонтаны, птички. Ну, красота. Вот, правда, наслаждаешься просто на каждом углу. Это если говорить про атмосферу. Дальше по расположению. Она находится не в самом центре Varadero. Varadero — это вообще небольшой курорт, это коса, выступающая в море. И, собственно, есть свой какой-то небольшой центр, но если говорить про территорию, то все Varadero можно проехать за 20 минут в одну сторону. Поэтому это все сравнительно недалеко. Да, не обязательно брать отель в центре, тем более, что все, что нужно, есть в гостинице. Анимация работает с самого утра до позднего вечера, причем именно этот отель отмечают как один из лучших по анимации, как дневной, так и вечерний, потому что помимо латиноамериканских, конечно же, обучающих танцев, разные конкурсы, бильярды, куча-куча всего. На территории мне тоже нравится вот все четко. Например, 4 бассейна. Один спа, один обычный, где проходит активности, да. Один с джакузи и, ну, для уединения, да. И один детский с горками. Это, кстати, один из немногих гостиниц, отелей, которые имеют горки. Потому что на Кубе это не так распространено, как, вот, допустим, в других туристических регионах. То есть, если отвечать на вопрос для кого, то я так понимаю, что это подходит и для семейного отдыха с детками, и для еще для кого? Еще для, однозначно для пар. На территории отеля есть беседка по центру, и здесь постоянно происходят повторные церемонии. Вот. Не знаю, насколько это комфортно, когда это смотрят, не смотрят, потому что есть гостиницы, где это делается. Это беседка на море, то есть здесь можно делать за дополнительную плату на пляже, конечно же, в любом отеле это можно, но есть непосредственно внутри беседка, в которой проходит церемония, она все равно обособлена. Конечно, не без зевак, но, в принципе, приватность такая, она все равно, да, присутствует. Еще для кого? Однозначно для любого контингента компашек, потому что Куба, ну, она сама по себе веселая, конечно. Если мы говорим о музыке, просто сальса, бачата, все, что можно придумать, все, под что можно двигаться. Если мы говорим про all-inclusive, да, который, в принципе, рожден был на Карибах, как мы выяснили в одном из предыдущих эфиров, и здесь, конечно, все основывается на роме. То есть ром чистый, ром темный, белый, коктейли все абсолютно, пинаколада, каперинья, ой, каперинья, господи, дайкири, каперинья, ты же в Бразилию ушла. Ну ничего. То есть все коктейли делаются на основе этого, и даже интересно вот просто тестить это все. Да, та же анимация вечерняя, например, она тоже основывается плюс-минус на таком же, в плане, что что-то идет как более детское, но детское понятно. Если, кстати, закончить вот как раз о детском здесь, то помимо горок, конечно, есть мини-клуб, все стандартно с 4 до 12 лет. Вот, шоу, не могу сказать, что это прям мега-уровень, который мы привыкли
привыкли, например, там в Турции, mm-hmm. еще где-то. Но это всегда ярко, это всегда красочно. Яркие костюмы, mm-hmm. это всегда зажигательно, это всегда не просто поставленные танцы, это танцы изнутри. То есть это ну, потому что сторона мира такая. Поэтому все, что касается анимации, просто the best. По поводу питания. Питание здесь all inclusive уже. Да. По поводу питания, это понятное дело, завтрак, обед, ужин. Плюс в течение дня можно перекусить, но это тоже не нужно понимать, как, вот, как в Турции. Там одно, второе, десятое. Нет. Mm-hmm. Голодными вы не будете. И что мне нравится в питании здесь, помимо обильного количества морепродуктов, и лобстеры, креветки, рыба, все что угодно, очень хороший тоже выбор мяса. Это все свежее, готовят при вас. Ну, салаты, понятно, гарниры, понятно. Возможно, где-то иногда кому-то именно не хватает огромного mm-hmm. количества выбора блюд, но это больше вне сезон. Mm-hmm. И очень мне нравится в этом отеле, вообще многие на Кубе это практикуют, вот именно на Вородеро, когда, например, небольшая загрузка, это не сезон, и работает, вот есть в отеле, например, 4 а-ля-карт ресторана, да, и работает всегда основной ресторан, и каждый вечер работает разный а-ля-карт ресторан. То есть каждый вечер можно сходить в другой. Они не открывают все, чтобы не было полупустым, mm-hmm. чтобы это было всегда качественно, mm-hmm. чтобы это всегда было наполнено и все время с какой-то атмосферой. Расскажи про пляж в этом отеле. Пляж идеальный. Вообще на Кубе идеальные пляжи, белоснежные, угу. мельчайший песок. И что мне нравится, он не нагревается, как бы ни было жарко. Да. Это всегда комфортно. Хоть в 2 часа дня вы абсолютно спокойно можете пройтись, окунуться. Вода тоже, она не прогревается прям до горячей. Она держит комфортную температуру и при этом охлаждает. То есть вот климат, что касается Кубы, он действительно идеален для отдыха, как, не знаю, для деток, так и для взрослых, абсолютно для всех. Океан вообще за день очень много раз, в зависимости от того, с какой стороны солнце, Луна. Где небо, какой вечер, там действительно звезды, закат, он меняет столько раз свой цвет, и знаешь, каждый раз, вот даже ты 2 недели отдыхаешь на Кубе, ты выходишь со своего бунгало, доходишь до пляжа и говоришь, вау, какой цвет. Mm-hmm. Вот невозможно привыкнуть к этой красоте. Просто невозможно. Ну вот ты сказала отдыхать 2 недели. Сколько же нужно, чтобы отдохнуть на Кубе? Достаточно долгий перелет. Сколько начать рекомендуешь бронировать своим туристам? Я рекомендую минимум 10. В обязательном mm-hmm. порядке, потому что за счет того, что у нас разница во времени, зависимо от того, когда летят люди, 7 или 8 mm-hmm. часов, это достаточно тяжело перестраиваться. Jet-like. То есть, да, ты первый день еще не понимаешь, какой ты автопилот, плюс просыпаешься среди ночи, потому что у нас там день, mm-hmm. то есть ночью как бы ты не устал после перелета там или на следующий день, все равно 3 часа, 4 часа ночи ты лежишь, кукуешь, не понимаешь, что надо сделать, уж организм перестраивается. Выпить рому. Ну, не среди жены, нет, можно, конечно, но. То есть организм надо как-то немножко отпустить, чтобы он привык. То есть первых там пару дней это точно. Дальше, чтобы хотя бы неделя была, соответственно, вот для впечатлений, для того, чтобы полноценно оценить, отдохнуть, вкусить, скажем так, этот отдых. И однозначно хотя бы день, 2-3 на экскурсии. Да, на экскурсии. Вот, поэтому минимум хотя бы дней 9-10, неделя однозначно мало. Однозначно мало, не почувствуете. Это не та страна, куда надо лететь на неделю. Это будет как уикенд. Как заранее бронировать нужно туры на Кубу? Заранее. По поводу когда, лучше, конечно, всего заранее, как можно раньше. Неважно, это за год, за полтора. Там главное, чтобы было уже расписание рейсов, потому что сами отели, например, дают за полгода до вылета стоимости, а авиа как раз выгоднее тарифы всегда заранее. Если покупать, ну, например, часто бывает там за месяц, за 2 недели до вылета, цифра, например, от 1000 до 1000, даже 500 может варьироваться, но средняя там 1200-1300 долларов с человека в обе стороны. Если мы говорим о том, что заранее, вот на данный момент, например, есть тариф 790 долларов, 830 mm-hmm. долларов, то есть мы можем сэкономить, mm-hmm. но если лететь вдвоем и купить заранее билеты, это уже экономия, ну, практически на неделю проживания на самом деле в отеле, mm-hmm. да.
рекомендуешь ли ты отель либо ресторан Варадеро 5 звезд, отправляешь ты туда своих туристов, я уверена. Однозначно, конечно, рекомендую. Повторюсь, он один из самых лучших в топах. Вот, если подытожить и по питанию, и по сервису, и по анимации, и по развлечению вообще, по всему тому, что есть, по идеальности пляжа, то есть гостиница однозначно да, если вам нужно одно из лучших, и вы семья, потому что есть еще несколько отелей, но они не принимают детей, поэтому вот этот отель однозначно да, каким бы вы составом ни полетели, вы однозначно получите массу впечатлений, ярких эмоций. Так что Глыва рекомендует. Алла Глыва рекомендует отель Ibra Star Varadero. Забронировать этот отель в один клик вы можете на сайте hotour.com.ua. Вы видите сейчас специальную ссылку. И, конечно, можете забронировать этот тур в сети агентства горящих путевок. У нас делим обзор отеля вместе с Аллой Глывой, агентство горящих путевок Турбар. Оставайтесь с нами, потому что в следующем видео мы поговорим о топ-маст-хэвах экскурсии на Кубе. Оставайтесь.